наш! Ура! 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 Крым наш, а мы его. Более 10 тысяч жителей Подмосковья собрались на площади перед Ледовым дворцом в Балашихе, чтобы поддержать крымчан. Это дань истории, которая творится прямо на наших глазах. Год назад жители Крыма и Севастополя приняли судьбоносное решение войти в состав Российской Федерации. В день годовщины жители Московской области, в том числе и нашего Щелковского района, говорят: «Добро пожаловать домой». Это мероприятие, которое посвящено присоединению Крыма, я считаю, это знаковое событие для нашей страны в целом. Я считаю, поучаствовать в данном мероприятии, которое организовывает правительство Московской области, я считаю, что это очень важно. Митинг-концерт под названием «Гордимся Россией» не оставил равнодушным никого из присутствующих. И дело не только в красочных номерах, танцевальных коллективов и народных ансамблей. Все выступления были пропитаны самобытной русской традицией. Вот, например, Екатерина Великая чествует фельдмаршала Румянцева, напоминая участникам митинга, что Крым и Севастополь не просто вошли в состав Российской Федерации, они вернулись к истокам. Вы знаете, это была частичка нашей России, и мы всегда болели, переживали за то, что у нас его отняли. Я хочу поддержать крымчан, чтобы они не забывали, что мы все время с ними. Жители Подмосковья хотят не только ездить в гости, рады видеть крымчан в регионе. Особый подарок от летчика-космонавта Максима Сураева получает девушка, уроженка Алушты, а теперь студентка Российского университета. Флаг Московской области, побывавший на МКС. Жест понятен абсолютно каждому. Теперь у нас общая родина. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».